Всех приветствую. Сегодня день второй нашего стандартного выезда, несколькодневного. Попытка номер два. Попытка номер, наверное, уже даже не два. Пролезть на урочище. Вот сзади меня идет дорога. Ну, мы сейчас по ней пройдем туда дальше. Где-то 500 метров, оно, в общем-то, идет недалеко. Последний раз, когда мы там были, помните, может быть, видео было, где там бобры все запрудили, и был мрак, там не пролезть был. Сейчас попробуем, везде все подсохло. Так что смотрим, дальше будет, наверное, все-таки интересно. Какое небо, смотрите, шикарно. Ну там сейчас, да. А эту фотографию прикрепим, сейчас сфоткали. Первый сигнал прям рядом с машиной, конинка крупная. Странно, била пробка. Идем туда. Лезем вот туда, прямо на урочище. Здесь была топь везде. Сейчас подсохло, ну как сказать, подсохло. Засосает, как ни хрен делать. Лосины и тропы. Вон они. Здесь, видимо, их прям паломничество. Так, хорошо, натоптали, потому что люди здесь не ходят. Идем туда прямо. Такая красота. А вон они, следы кругом. Фух. Ну да, мы уже довольно далеко. Лезем через болотины. Продолжаем лезть по этой, по границе. По границе, да, у нас около. Вот здесь сейчас болото. И 250 метров нам надо через него проломиться каким-то образом. Фу. Вот вам фитнес-то истинный. Это вам не в теплом зале педаль. Ну да. Вот. Вылезли из бурелома с болотиной. И вот рощица молодая. Фу. И вот они. Полянки. Да-да-да. Такие булыжники могут не так просто ловить. Ребята, а что здесь? А, здесь же лэп, ёпта. Ой, я извиняюсь, друзья. Тут... Сейчас выйду, покажу. Фу. Сейчас лопату воткну. Итак, по предположениям, где-то вот те кусты, где-то там оно было. Там пруд еще должен быть. Фу, слепней, море. Ладно, сейчас туда пойдем. Пришли, вот, горб. Не горб, а как она? Холмик. Короче, вот здесь была деревня, на этом поле. Умудрились сломать локоть на терке. Причем дома лежат два металлических ящика. Один. А, один, да, один на 505 сейчас стоит, точно, переставляли. Ну да ладно, благо есть изолента всегда. Без нее никуда. Трава высокая, но мы сейчас попробуем, это же разведка. Фу, слепней очень много. Посмотрим, будет сигнал или нет. Вот так вот. Во, попробуй. Нормально. Держится? Держится. Куда он движется? Так, друзья, проверили мы ту деревню. В принципе, место очень перспективное. Нашли какую-то медную штуку, но, к сожалению,
Сейчас не ходильная, там почти по грудь трава, то есть это невозможно. Это в таких местах, где, ну, в теньке, там еще где-то, там чуть поменьше. Вот, ну, мы, в принципе, особо и не рассчитывали там, как бы, много чего-то найти или вообще что-то найти, потому что, ну, давно собирались просто дойти и посмотреть. Дошли и посмотрели. Вот, сейчас переехали, пойдем на лужайку туда на одну походим, на интересную, где, в принципе, никогда не ходили. Ну, тоже из старых, но мы ни разу ее не пробивали. Вот, из находок пока только конина. Вот тут такая лужаечка, мы по ней никогда не ходили. Первая находка отсюда, застежка. Не первая, вторая, это была латунная ручка. А, ручку еще нашли, покажу. Только от чего, непонятно, кто может знает. Вот такая. Вот так вот птицы заливаются. Сигнальчик, совет. 2 копеечки 30-го года. Выскочила вот такая конина, наверное, это я не знаю, как гитара. Ха-ха. Такая вот штучка. Не знаю от чего. Очередной сигнал. Конину я не снимал. Зеленый мертвый кружочек. Что-то это загадочное такое. Деньга, походу. Ага, убитая. Не убитая, но очень сильно окисел. Ты же видел убитую. Это понятно. Так, друзья, сигнальчик. Лепесток целенький. Давненько что-то не было. Сегодня день конины. Вот такая кониночка выскочила, интересно. Как колокольчик. С нефигительной глубиной. Да, глубина большая. Так, друзья, переехали. То поле хотели посмотреть, там картошку посадили. Это взборонили, но не трогали. Трава какая-то растет. Ну нет, не сажена. Оно, по-моему, в прошлом году было очень засажено. Первая чешуйка. Но затертая, к сожалению. Вот такая вот малютка. Ой. Ходим, бродим. Так, Люба куда-то сбежала. А я здесь вон возле машины кручусь. Промежуточный результат. Вот рядом прям все лежал, там в метре. Крестик и две гирьки. А, это еще наперст. Потом покажу сломанный. Ха, интересное место. Прям вот на этом пятачке. Никаких карт, никаких дорог здесь не было. Просто вот за этим. Ну вот в кустах здесь река идет. Странно. Люб пришла. С другого поля. С другого поля, но. Так, соседний. Где фокус? Крест такой, причем он латунный. И гренадерочка с охранчики. Нашла какую-то дорогу там. И здесь у меня, вот я кружусь, вот здесь, вот на этом пятаке. Вот здесь ничего не было по дороге. А, нет, ну это советский. А может, и нет. Какой-то вот болт. Винт. Он медный. Ну да. Интересно. Имкомарья, во. Это просто какой-то кошмар. Фиг здесь бросишь курить с этими комарами. Идем по дороге. Ничего, снимаем некогда. Еще чешуйка. Отсуй! Сейчас я... Вот. Фух, я прошу прощения. Блин, комары сожрали. И вот так. Вот. А идиот. Вот берег реки. А вон поле, которое мы в том году фигачили. Там она сейчас травой. Перепахано, засеяно. Здесь тоже кормятина. Это трава, я так понимаю, ну, выращивают. Они его долбанули этими. Где? Скажи. Короче, находка у меня забавная. Я таких даже и не видел, если честно. Значит, госстрах.
моя машина застрахована. А у тебя что? Все грязно. А, да. Сейчас фокусируемся. Вот такой красивенький был. Здесь где-то журавли трещали. Так я здесь вообще здесь танцевала. Ну их много журавля. Здесь. Прям на поле? Да. А ты видел, да? Я их засняла, но засняла на мобильный, поэтому а-а-а. Вряд ли. То есть получится прикрыто. Сигнальчик у нас. Кошетушка. Трешка побольше. Двушечка, да, серебром. И медаль только что нашли. Потом прикрепим, если получится. Она зеленая, медная. Но медаль точно. Вот как-то сегодня так. Облака как будто горы за деревьями. Смотрите. Шикарный вид. Вот как-то ходишь хорошо. Чешуйка выскочила еще одна. Иду по кабаньим следам. Ну да. Вот такая вот малюсенькая. То по лосиным, то по кабаньим. Перевернуть-то не... Ага. Вот затерто. Но приятно. Все, к машине никак не дойдем. Вот так заливаются. Итак, вот сегодняшний выход в результате. Ну, как куча конины, крестики, наперстки. Что у нас пойдет в зачет? Три чешуйки, медаль, этот знак, госстрах, что застрахован. Ну, медные монеты, как всегда. Вот. Медь будем замачивать, смотреть сохран. Вот вам пение птиц на сон грядущий. Ладно. Рад был, что смотрите. Всем пока.